Дальний Восток. В основном там служило очень много с южных республик. А кормили солдат дополнительный паёк особенный, да и в основном в котле все время сало попадается. Они сало не едят, узбеки. Узбеки, там таджики, все, значит, это самое. Потом их вывозят на это самое, на лесозаготовки. И доп. Питания черный хлеб, лук и сало соленое. Ну, подхожу, спрашиваю: «Ахмед, ты что сало-то ешь?» Он говорит: «Командир, я теперь на 3 года русский».